Каждую неделю в мире появляются новые гитары, педальки, усилители и всякое разнообразное другое гитарное оборудование. Мое видео про новые еще не объявленные модели гитар Squier серии Paranormal имело определенный успех, и я решил, что можно сделать регулярные видео, в которых я буду рассказывать о новинках. Ну, не о всех, конечно, а о тех, которые заинтересовали лично меня. Такие видео я собираюсь выпускать не регулярно, а по мере появления новых интересных продуктов. Итак, сегодня я расскажу вам про новую серию гитар и бас-гитар Sonic фирмы Squire, про новую педаль фирмы Electroharmonics Satisfaction Plus, а также про новую квакушку от Dunlop Crybaby Daredevil Faz 2. Естественно, никаких демо я предоставить не смогу, но в описании оставлю ссылки на все официальные демо продуктов, о которых рассказываю. Я Василий, это канал VS Projects, давайте начинать. Итак, мы начнем со Squire. И вначале хочу вам дать как бы общее представление о том, какие бывают линейки моделей фирмы Squire. Это самая дешевая вот линейка, которая называется Bullet или в переводе пуля. И стоила она до вот ближайшего времени, как бы там пару месяцев еще назад, в районе 150 долларов. Ну, конечно, у нас она стоила дороже, но это вот как бы отправные цены американские. Следующая серия называется Affinity, и они стоили чуть дороже, чем Bullet. Дальше была серия Contemporary, и тут уже цены еще дороже. Contemporary, кстати, это современные типа. И эта серия отличается от других тем, что в ней они используют как бы вот передовые технологии, необычные вот синглы, которые на самом деле вот рельсовый хамбакер, например, или вот какой-нибудь бридж черный, которого на других гитарах ни на каких нету и так далее, то есть такой хай-тек практически. Следующая серия называется Classic Vibe и она делится вот на 50-е, 60-е, 70-е и как бы цель этой серии приблизить нас к моделям тех годов и они действительно очень хороши. Гитары серии Classic Vibe в принципе, ценятся на уровне, допустим, с мексиканскими фендерами, а иногда и превосходят их. И есть еще вот такая серия необычная и неожиданная, которая называется «Мини». И там вот реально гитары, видимо, вот три четверти от настоящей гитары, и они, в принципе, предназначены, видимо, для детей, для тех, кто вот только впервые берет в руки гитару. Я действительно держал вот стратокастер такой мини у нас в магазине он продавался. И это очень прикольная гитара. Конечно, как бы взрослому человеку на ней уже играть не очень удобно, но все равно сделана она хорошо. И цена вот у нее была такая вот демократичная. Плюс есть еще лимитированные серии Squire, которые время от времени они выпускают. И сейчас доступна юбилейная серия, которая посвящена 40-летию гитар под брендом Squire. И вот здесь на этой фотографии представлены Gold Edition. Вот смотрите, у них весь хардвер, все золотое. Есть точно такие же практические гитары, только вот с серебристыми бриджами, колками и так далее. Вообще, по отзывам, эта серия получилась очень хорошей. Ну и также к лимитированным относятся вот эти вот гитары серии Paranormal. Про них я рассказывал в своем отдельном видео. Итак, давайте посмотрим, что же произошло совсем недавно. В середине апреля появилась серия Sonic, которая заменила серию Bullet. То есть Bullet теперь нет. Есть Sonic, и цена подпрыгнула до 200 долларов. Также увеличилась цена и на все другие линейки Squire. На какие-то значительно увеличилось, как, допустим, теперь Contemporary стоит 450-470 долларов. На Affinity плюс 50, вот если Bullet, помните, 150 тоже плюс 50. А Classic Vibe еще вот как-то остался более-менее в той же ценовой категории. И плюс 40 долларов прилетело на мини. Ну а теперь давайте посмотрим, что же это за серия Sonic и какие гитары в этой серии есть. Прежде всего, 4 стратокастера. Что интересно в этой серии, появились цвета, которых раньше не было ни на каких гитарах. Это вот Ультравиолет, Калифорния Блю. Они раньше были только вот в очень лимитированных моделях или в подписных моделях, а теперь это вот Mass Production. Классический стратокастер доступен вот в четырех цветах. Доступны два типа грифа. Один с накладкой из Indian Laurel, а другой с кленовой накладкой. Также есть еще два стратокастера с хамбакером в бридже. Обратите внимание вот на, на очень интересный такой коралловый цвет. Следующее это стратокастеры так называемые HT. Что такое HT? Это Hard Tail, то есть бридж закреплен на корпус и, соответственно, нету тремола. И струны закрепляются прямо на бридже и не имеют, соответственно, отверстий на обратную сторону корпуса. Есть, как видите, две расцветки, одна Torino Red с Indian Laurel в качестве накладки на грифе и другая Arctic White. Арктический белый с кленовой накладкой. Также есть вот такая еще неожиданная конфигурация. Это Stratocaster HT-H, HT Hardtail, H-Humbucker. То есть только хамбакер, две крутилки, одна волюм, одна тон, без всякого переключателя. Забавная такая, интересная гитара. Цвет вот Flash Pink и, собственно, черная. В общем, супер простая конфигурация. Следующие гитары, которые в этой серии есть, это Мустанг, так называемые офсеты с укороченной мензурой, и вот первые две гитары это Мустанг с синглами, закрепленный полностью бридж, две крутилки, переключатель на три положения, ну и в общем все очень просто. И две гитары Мустанг HH, то есть два хамбакера, все то же самое, только вместо синглов соответственно установлены хамбакеры. Следующая телекастеры. Четыре классических телекастера с классными совершенно цветами. Особенно я люблю вот этот баттерскотч блонд. Ну и другие очень хороши. Собственно, модерновый бридж, классическая конфигурация, два сингла, трехпозиционный переключатель. Все как положено для телекастера. И два эсквайра причем эсквайра, сделанных с хамбакером и без переключателя. Интересная тоже неожиданная гитара. Как помните, только что мы видели стратокастер, только лишь с хамбакером, так и вот есть и телекастер, ну то есть эсквайр с хамбакером. Без всяких переключателей, только две крутилки. Гитара, конечно, для определенных целей. Не знаю, я бы специально такую гитару, наверное, не купил, но кому-то, наверное, это интересно. Также есть два типа бас-гитар в этой серии. Это вот бронко-бас, это офсетные так называемые гитары с укороченной мензурой, всего 30 дюймов, с одним синглом, двумя крутилками, ну и гриф, соответственно, Indian Laurel здесь, а здесь кленовый. Вот этот все-таки цвет мне очень нравится. Конечно, я бы его сам себе не купил, но цвет обалденный. И есть вот Precision Bass, полноразмерные гитары такие вот. Самые лучшие, на мой вкус, бас-гитары у Fender. Это вот Precision Bass, должен быть такой четкий, мягкий, глубокий, низкий звук у этих гитар. И вот если бы я себе, конечно, выбирал бы дешевую бас-гитару, я, наверное, выбрал бы себе вот этот вот Two Color Sunburst. Очень классно. Может быть, как-нибудь и даже куплю. Наверняка у нас в городе появятся они. Ну вот это, собственно, все гитары этой серии, о которых я хотел вам рассказать. Если вам интересно то, что я делаю, и вы хотите поддержать проект, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, и оставьте комментарий. Давайте посмотрим, что же дальше. Дальше Electro-Harmonix Satisfaction Plus. Вы, наверное, помните, что у Electro-Harmonix была вот такая очень интересная педаль, которая называлась Satisfaction Fuzz. И основное назначение этой педали, собственно говоря, было повторить вот тот самый суперизвестный звук, который был у Rolling Stones песни Satisfaction. И надо сказать, в принципе, она с этой работой, эта педалька очень хорошо справлялась и имела своих поклонников. Пару недель назад EHS выпустили Satisfaction Plus. Это, собственно говоря, более-менее как бы та же педаль, но с дополнительными функциями. Насколько я смог понять, когда переключатель в положении норм, эта педаль работает практически так же, как вот классический Satisfaction Fuzz положении FAT добавляется мощи. Посмотрите обязательно демо, ссылку на которую я оставил в описании. Ну и плюс здесь добавилось еще вот регулятор тона и регулятор BIOS, который отвечает за рычание. Это вот э, то, что написано на сайте Electroharmonics. Вообще педаль получилась очень интересная. На самом деле у Electroharmonics очень много педалей. И вот моя любимая это Big Muff PI. В одном из видео я показывал, как она звучит. И может быть и когда-нибудь расскажу о ней более подробно. А сейчас давайте переходить к следующему. И следующая это вот неожиданная такая педаль, которая называется Dunlop Cry Baby Daredevil Fuzz Wah Pedal. Я сам вот только недавно узнал, что есть, оказывается, вот Daredevil, это, это Daredevil Pedals, компания, которая выпускает, как они сами о себе говорят, педали, от звука которых в радиусе 100 метров разбегаются дети. То есть их специализация это вот громкие, рычащие, гудящие педали. И вот Dunlop с ними объединились и решили сделать вот такую вот квакушку со встроенным фузом. Вот здесь вот переключатель, вот он с этой стороны его тоже видно. И это либо просто ВА, либо это ВА с фузом. Вот как клево выглядит вот сама педаль, четкий такой интересный логотип. А внутри есть два регулятора. Один регулирует громкость, а другой гейн. И это, эти два регулятора относятся как раз таки к фузу. Не очень удобно, конечно, что эти регуляторы расположены как бы внутри педали. И для того, чтобы их там как-то подрегулировать, надо педаль открыть, открутить вот четыре винта, открыть, подрегулировать, все дела, потом обратно закрыть. Но, видимо, рассчитано на то, что вот как бы однажды выставил, как тебе надо, и все остальное неважно. Да, и совершенно неожиданно для себя я еще вот что открыл. Daredevil, один из супергероев вселенной Марвел и нам он знаком под именем Сорви Голова. Не знаю, как это связано, но вот такой тоже любопытный факт. В общем и целом, педаль получилась, на мой взгляд, очень интересная и прям классная. И звучит она просто потрясно. Посмотрите обязательно демо, ссылку на которое я оставил в описании. Вот, собственно, и все, что я хотел сегодня вам рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Напишите мне в комментариях, нужно ли больше таких видео, или же это плохая идея. А так, на сегодня все. Всем спасибо.